вас еще очень много предстоит, много интересного познать, узнать, что написано в книгах, узнать великих писателей, узнать великих путешествий, которые открывали мир. Пожелать вам хорошей учебы, чтобы вы были послушными, умными детьми. 2 сентября армавирские полицейские пришли в гости в подшефную школу-интернат номер 1 «Казачья». В начале учебного года они познакомились с первоклассниками и подбодрили их добрым словом и небольшими подарками. Сегодня, в первый учебный день, сотрудники полиции посетили подшефную школу-интернат для того, чтобы поздравить детей с наступлением нового учебного года. В ходе проведенного мероприятия сотрудники полиции совместно с Русской Православной Церковью поздравили первоклашек, вручили подарки в виде школьных принадлежностей и сладости. Вместе со священником Свято-Троицкого собора отцом Андреем правоохранители посетили 3 первых класса. Для ребят первый учебный день – это большое событие. Они были немало удивлены взрослым в форме, поэтому внимательно слушали наставления и с интересом рассматривали подарки. Приходил полицейский, батюшка и еще один полицейский. Они нам подарили краски, карандаши и пластилин. И нам понравилось. Мальчишкам и девчонкам, которые только знакомятся с новым распорядком дня, пригодится расписание занятий. Бумажный дядя Степа напомнит о домашнем задании и уроках на завтра. Встреча с наставниками школы-интерната подчеркнула торжественность момента и дала старт первому учебному году в жизни маленьких армавирцев. Инна Лепеткина, Максим Котов, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».